Всем привет! Сегодня мы подводим итоги конкурса, который был проведен нами в социальных сетях в рамках Евразийского стартап-тура 2016. Конкурс был проведен в двух социальных сетях, это ВКонтакте и Фейсбуке. Всего было более 100 участников, из которых 58 удовлетворили все критерии конкурса и выполнили все необходимые условия. Сейчас мы непосредственно перейдем к тому моменту, когда мы выявим того самого победителя-счастливчика. Для этого мы используем рандомус, генератор случайных чисел. Вбиваем число 58. Итак, барабанная дробь. И победителем становится номер 15. У нас под рукой есть список. И 15 это Айдын Дадаев. Фейсбук, вот здесь есть его Фейсбук. Давайте зайдем к нему на страницу. Вот он, наш победитель.